Вес одного такого саженца с землей и корнями почти 3 центнера. При посадке используется тяжелая техника. Высота этих сосен почти 3 метра, возраст 4 года. Сейчас один из городских застройщиков производит озеленение вдоль улицы Крылова. Сосны привезли из питомника с Крымска. Сейчас подвезли 10 штук. После обеда еще 10 подвезут и будем по улице Крылова делать озеленение. На посадку одного дерева уходит порядка 30 минут. Нужно не только правильно расположить саженец в лунке. Деревья должны образовать аллею. Когда городские коммунальщики расширяли улицу, параллельно сделали новый тротуар и отсыпали полметра плодородной почвы, как раз для озеленения. С временными неудобствами жители готовы мириться, ведь теперь у них будет своя сосновая аллея. Конечно, очень положительно, потому что зелень – это хорошо. Это нам кислород, нам дышать, нам чище. Мало того, что нам море дает богатство для здоровья, а тут еще и озеленение, это очень здорово. Это вообще, потому что сейчас как бы мало наблюдается, а озеленение сейчас это большой плюс мэру. Новая аллея пройдет практически вдоль всей улицы Крылова. Всего 25 зеленых красавиц. После высадки деревьев агрономы засеют газоны декоративной травой. Руслан Душевский, Анапа регион.